Мои братья и сестрички, я с трепетом готовлюсь к нашей встрече, душой пытаясь время торопить, чтобы каждому из нас, из вас, сказать сердечно спасибо. Спасибо вам за право вас любить, за наших встреч минуты золотые, за праздник видеть каждого из вас. Я рвусь навстречу к вам, дорогие, спешу, как на свидание в первый раз. Так скажем же спасибо провидению, что с вами довелось нам так прожить, что наши встречи дивные мгновения мы трепетно сумели сохранить. И пусть уж перевернуты странички всей прежней жизни их не перечесть. Живите долго, братья и сестрички, мне важно знать, что вы на свете есть. Спасибо.